Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Диего, аркопрофессиональный, мы продолжаем выживание на аркапокалипсис. Не забудьте поставить лайкосик, и выживание наше будет продолжаться. Все-таки официальные сервера. Это очень быстрый старт, потому что там я вижу врага на рапторе. Я хочу влетать в него прям сразу, сходу, чтобы он не успел даже опомниться. Насмотрелись каких-то Диего, Бобби Шоу. Ух ты, говнюк какой. Смотрите, бежит раптора, волос снимать. Усыпляем. Отдыхай. И раптору тоже поддадим усыпление. А то это слишком мощный раптор. 38-й. Сейчас он опомнится и нам трендюлей даст, да? Нет, не опомнится уже. До свидания. Че у раптора тут? Седлышко? Ну, заберем, пригодится, может, оно нам. Гоняем, как говорится, бомжей мы. Потому что та живка нам проблемы сделала, а теперь мы будем гонять бомжей со злости. Чё с тобой? Почему окочурилась эта кошка? Ее кто-то пристрелил? Да блин, гриф еще поддал мне! Смотрите, птера кто-то томит, ракоскорпион тут. Приручает трайпов обезьяна. Ой! Вот и настоящая обезьяна, которая всех может приручить. Скорпиошки эти плавают тут по воде. А те, кто плавал по воде, он бил Еще один арбалет. Вот как победить этого скорпиона недоделанного? Второй арбалет давайте зарядим стрелами простыми. Блин, что происходит? Сейчас он придет свой лут брать. Давайте размотаем его. Ага. Говнюк, у него очень мощное усыпление. Боднет нашу живку и все, и пиши пропало. До свидания, рептилоид. Давайте посмотрим, что нам еще там нравится. Так, нам нравятся болосы, естественно. Топор, кирка заберем. Все, больше нам вроде ничего тут не нравится. Шляпа Деда Мороза, потому что за неимением другой какой-нибудь шляпы. Гриф, хочешь мясо? Хочет. Возьмем грифа. Все, идемте дальше. Кирка, топор есть, вот так вот уберем. Болосы есть, все есть. В этого птера доковыряем, что нечего его приручать. Тут приручает он, смотрите, деятель. Кто там согрелся? Аргента нас опять летит? Сколько можно уже, аргенты? Забиваем, забиваем. Трайпов обезьяна. Это чебупелька та самая, которую я сейчас там притомил? Это его трайп, что ли, оф обезьяна? Это он чебупелька томил. Или томила, может и девочка? Ну что это девочки делать на жестком ПВП офе? На самом деле жесткий ПВП офф это биги, большие сервера когда-то. Сейчас это уже бред. Не могу сказать, что это жесткие ПВП сервера Аркапокалипсис. Ничего жесткого здесь нет, это прибежище читеров и ублюдков, которые без личной жизни, я вам уже это говорил не раз. Так отвалите от меня, кошки дикие. Я вот так и знал, что лутецкий можно поднять на Викинг Бэй. Смотрите, только стартанули, уже металлическое оборудование подняли. То, что Викинг Бэй вечно воины какие-то, малыши бегают, что им надо тут, непонятно. Сегодня мы выживаем ночью. Это, наверное, не очень хорошо, потому что вам, наверное, видно ничего не будет. Ой, не притомился. Хочу немножко грифов попритамливать. Одного не притомился, а ты? Сейчас все-таки X5. А этот не настроен томиться, представляете? Он такой деятель важный. Вышагивает граф прям. Граф позитив. Вон там бичуга какие-то выживают, трайпов человек. Угу. Выживание производит максимального уровня там, да? Если я туда запрыгну, я уже не выйду. Опа! Вроде не дропнуто ничего, ну-ка посмотрим. Ящик на пароле. Там что-то может лежать, посмотрите. О-о-о, по-королевски. Так мы себе сет сейчас сможем сделать, прикиньте. Так, ребят, делаем. Шлем готов. Текс. Броня, металл. Вот и все, вот мы и поднялись. Я вам говорил, что мы поднимемся. Я же вам не обещал, ребят, какого-то лютого ПВП. Я вам сказал, что мы поднимемся. Вот мы вышли уже в металлический стафетский, посмотрите. Приодеваемся плотненьким ходом таким. Вот это выкинем нафиг. Хотя она греет хорошо, сопротивление холоду дает. Пока что оставим. Давайте положим в пацана. Потому что сопротивление холоду действительно мощное дает. Оставим. Шапочку только сюда, на базу. Что-то нас утяжеляет. Это металлический доспех нас так тянет, что ли? Утяжеляет очень плотненько. Сейчас кто-то напишет, да, жалуется, что его утяжеляет, а сам бегает с двумя арбалетами. Но, ребят, один для одних стрел, другой для других. Все нормально, все просто.
В этой серии я предлагаю нам все-таки сходить к синему обелиску. Сейчас лютая ночь, сколько там? 12 часов. Обычно многие ютуберы пропускают специальную ночь, чтобы повыживать днем, чтобы вам была красивая картинка, была красочная, я этого понимаю. Ну а кто передаст ту атмосферность, когда посреди ночи мы выдвигаемся? Да, это не та самая атмосферность, когда мы раньше бегали с факелами, потому что не было гаммы. Но это, по крайней мере, видите, темноватенько, сверчки поют, а мы идем. За нами бежит мегалозавр. Не самый приятный собеседник, поэтому я предпочту мимо него пробежать. О, там вообще челу на птерочке тренды дали на синем, смотрите. Плотным ходом пацана опустили на землю. Слишком много выпендривался, наверное, да? И ему сказали, спустись с небес на землю, мальчишка. Или он уснул и разбился, как думаете? Да нет, тела никого внизу не имеется. Его точно разбили. А может там какой-то птерчик мощный, в нем лут лежит? Летит бодро тренды давать мне. Пусто. Он даже без седла почему-то. Че, опять читаки с меня втащат, да? На текстетах такие читеры мощные. Есть они тут? Офигеть, на трансмиттеров понатыкали, чтоб лагало у всех на спавне. Прям мощный такой читак тут сидит где-то. Там кого-то, видите, растянуло. И битва здесь на синем все-таки была. Но видите, кто-то растянутый наверху лежит. Даже не могу посмотреть, кто это. Галапуз. О! Это не галапуз никакой. Это китаёзник. Ничего у него нет. У этого китайца хреново. Че лежит спит тогда тут? Ему что, здесь спальное место или что? Пипец, какие-то непонятные китайцы, конечно. До свидания, орешь ты тут китайоза. Вон китайц какой-то бежит. Наш клиентосик, наверное. Это чел на мейвинге. Он никакой не наш клиентосик. Давайте забиваем его. Сейчас мейвингу. О, крепот хочет засунуть. Пошел нафиг. Минус китаец. Так, мейвинг доел тело, да, пацана? Останови его. Стрелы. Шляпа. Крепот. Ничего хорошего тут нет. Уходим. Уходи, уходи, пацаненок. Убегаем, не догонит нас за тупан. Давайте мейвинга тоже куда-нибудь подальше уведем. Чтоб он его не нашел. Блин, один укус и пропал наш чувачок. Бежит, 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 бежит. Нужно переагрить мейвинга. Пусть нанесет укус вот этому бронтачу. Съел, съел, смотрите. Давай, бронтач. Все, он будет с бронтачом теперь драться. Мэйвин, какого уровня? Высокоуровневый там? 271, ну да, высокоуровневый. И пацан сейчас там может прийти за своим мейвингом. Поможем бронтачу. Поможем, поможем, обязательно. Надеюсь, пацан не успеет прибежать. Ой. Аргент, ты не тому помогаешь. Шатай мейвинга, аргент. Втаскиваем, втаскиваем его. Нечего ему на мейвингах тут летать. Ну слушайте, сейчас он, если придет, он меня зашатает, пацан этот. Как говорится, запуфает. Блин, мейвинг сильный. Выдерживает натиск. А бронтач нет, бронтач, кажется, сдает позиции. Куда ты повел? Нет, мейвинг, ты не уйдешь. Блин, меня сейчас забьют тут. Бронтач меня может забить. Пацан какой-то. Сейчас сядет на мейвинга, да? Свистанул, сейчас сядет на мейвинга и даст мне трендюлей. Тут под камушком немножко зашухеримся.
отхилим хпшечку и сможем с ним снова биться. Мой ему совет, пусть уносит своего мейвинга нафиг отсюда. Иначе его забью, дурака. Ну, а думаю, можно валить. Хренов мейвинг, думаю, меня теперь тут не найдет. Хотя я придумал, как воевать с ним. От мейвинга можно просто забежать в хату, а сам челик мне ничего уже не сделает. В таком помещении же меня не запуфает своими пуфами, да? Не парь, хренов. Йозненько мы забили сотого уровня, дурачка. Теперь у меня снова есть криопот, но нет живки. Нафига мне криопот без живки, непонятно. Ребята, в арке пути непонятные и немыслимы. Что-нибудь да придумаем сейчас. Вон и Геонодон еще один. Можно его сейчас притомить. Какой там у него уровень? Может он какой-нибудь высокоуровень? Да пофиг, стрел куча. Можем себе позволить. 20-й. Нет. Сейчас я бы даже хотел, наверное, аргентависа притомить, ребят, больше, чем какую-нибудь любую другую живку. У нас есть криопод, с аргентом мы придумаем, что сделать. Плот какой-то вогнали с лутом. Есть, конечно, огромный способ, чтобы добывать этот лут, но, надеюсь, о нем еще не все знают. Один недоютубер, блин, рассказал всем об этом способе. Опа, аля, вон пацан бегает какой-то, около хижины. Пойдемте дадим ему удар, проверим его стойкость духа. Это его хата, нет? Возможно его, возможно не его. Да, его. Ждем, пока откроет дверь. Сразу дадим ему стрелу. Что-то долго сидит. Наверное, правда подозревает, что здесь кто-то есть. В АФК, наверное, спрятался. Поставил металл на переплавку или делает себе мясо там жареное и спрятался. Все, стрела попала в мужчину в этого. Давай, открывай дверь. Открывай дверочку, дурачок маленький. О, перестрелка, это я люблю. Люблю перестрелку. Стой, я не буду тебя убивать, если ты поделишься со мной мясом. Просто поделись мясом, я тебя не трону. I'm angry. Give me please meat and I don't kill you, if you give me meat. I need meat, only meat, food. I need food, man. Нет. Он не хочет, похоже, сдаваться. Он не знает, что такое сдаваться. О, дурачок. Стреляется он тут со мной. Парашют, смотрите, ПВПшник. Копье даже себе сделал. Ну, пригодится, возьмем что. Это дропнем, потому что он опасен. И столько стрел ему явно не надо. Опа! Стрелы летают. За него кто-то вступается, да? Откуда стрелы свистят? Ого! Давай, отдыхай. А, я ж его не убил, я ж его просто усыпил. Но у меня летали стрелы все равно, ребят. Кто-то еще тут есть. Есть. Мы проникли к нему на хату. А почему не могу пройти? Потому что у него вот это мешает, что ли? Кемпфайр? Мясо он тут жарил, да? Слушай, челик, а где мясо? Непонятно. Где все мясо? Куда он его дел? В ящик складируешь, что ли? Нет. Ты же жарил это мясо. Куда ты его положил? Пипец. Он его съел. С другими не поделился. Аргент так и не уснул. Ну ладно. Не будем уже досаждать тому мальцу. Пойдемте еще раз на синем пытаем счастье. В принципе, ребят, я уже доволен выживанием. Я сделал то, что я хотел, и я дошел до металлического сета. Просто со вкусом. Да, если бы в первой серии я просто поднял его с какого-нибудь пацанчика, я бы на первой серии, наверное, и становился. Меня такой прогресс устраивает. В принципе, на PvP-сервере металлический сет — это... то все, что тебе надо. На самом деле, для хорошего игрока все, что тебе надо, это болос и факел. И ты уже добудешь все, что угодно. В принципе, так мы и сделали. Пойдемте на синий, сейчас немножко подеремся. Может быть, что-нибудь выгадаем себе хорошенькое, как думаете? Все, у нас выживание на Фиоме будет. Сейчас мы на синий обелиск поедем на Фиомке. Блин, давайте, дурачки. Хотите настоящий удар копья получить, да? Хотят, хотят. Раз хотите, получите. Мне не жалко копиться для вас. Тогда я вас не мог гонять обычным топориком, первобытным. Но теперь у меня копьецо металлическое. А, что, больно? Стрекается металл, да? Седло на Фиоме нужно сделать. 5 дерева, блин, надо. Самое просто легчайшее седло.
Мэйвинг? Он чё, подумал, что я на Фиоме, поэтому со мной не надо драться? О, дурачок, иди сюда, Мэйвинг. То, что я на Фиоме, подтверждает то, что я мощный воин. Я теперь не седой адмирал, я погонщик Фиоми. Или погонщик агрессивных диносов. Давайте себе стаминки чуть дадим. И погнали на синий. Жопочка. Погнали, ребята. Жопочка идет в атаку. Как говорится, ва-банк. Все наше имущество в битву. Вперед. Вперед, воители. Вперед, легендарный воин. Всех заколем сейчас. Вон на синем грузится, сейчас исчезнет. Давай, жопочка, за мной. Он грузится, сейчас исчезнет, пацан, блин, перелетит на другой сервак. Перелетел, к сожалению. Не успели. Не успели. Тенегриф. Давай, маленький мой тенегрифчик. What are you doing? I'm new. А, ты хочешь так? Ты хочешь так, да? Тихо, держи, держись. Держись, моя живочка. Есть? Чуть выше. Чуть выше было брать. Мы почти это сделали. Ой, ребят, ладно, мы всего добили, всем пока.